Всем привет, с вами канал AlexDNPro. И сейчас я расскажу вам о том, почему же у нас вздувается батарея на смартфоне или планшете. Для начала давайте разберемся, из чего состоит наша батарея. Наша батарея представляет собой аккуратно уложенный моток литиевой фольги, разделенный небольшим слоем диэлектрика. Тоненьким-тоненьким. И в момент зарядки и разрядки происходит химическая реакция с выделением газа. Ранее, еще в старых батареях, был, так сказать, сервисный клапан для сброса этих газов. Газы эти являются опасными и пожароопасными. То есть они воспламеняются без открытого огня. То есть при контакте с воздухом происходит воспламенение, собственно, вследствие чего и происходит возгорание самой батареи. Иногда даже и взрыв. Что же происходит с электрической составляющей нашей батареи? Внутреннее сопротивление начинает расти, вследствие чего увеличивается и нагрев самой батареи при зарядке и разрядке. И процесс усугубляется, то есть получается как бы замкнутый круг. Возрастает сопротивление, возрастает температура. Возрастает температура, идет увеличение накопления этих газов. Поэтому в случае вздутия вашей батареи не рекомендуется ее прокалывать чем-либо. Быть может, вы уже видели такие видео, как реставрировать вздутую батарею или еще что-нибудь. Ну, как правило, такие батареи уже не будут долго работать, раз. И второе, вы просто можете стать жертвой такой батареи. Так сказать, она воспламенится или даже взорвется в вашем устройстве. То есть рекомендуется просто заменить батарею, а старую батарею у себя дома не хранить ни в коем случае. Если у вас есть дома уже старые такие батареи, то желательно их куда-нибудь или в баночку, или выбросить в мусорку, ну или, как здесь написано, отдать в переработку, так сказать. Ну что ж, на этом все. Это основная причина. Мы теперь знаем всю правду. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.